дань памяти павшим героям афганской войны. 15 февраля, 30 лет назад, был отдан приказ о выводе советских войск из Афганистана. Майор Иван Лучников во время войны служил в автодорожной бригаде, обеспечивал 40-ю армию продовольствием и боеприпасами. Отдал службе больше 30 лет. Почти столько же Иван на пенсии. Говорит, так и не смог найти себя на гражданке. Мы прошли такую школу в Афганистане за 2 года, и погибло столько ребят. Ну, тяжело, очень тяжело передать. Этот день, незабываемый день, и то, что не забывают нас, ребят, которые полегли и которые живы, которые стали, ну, назовем так, калеками, инвалидами. Очень тяжелый момент, и этот день самый-самый главный для меня в жизни. Почтить память военных собрались ветераны и представители власти. С речью выступил глава городского округа Дмитрий Волошин. В Химках, как и в каждом городе, в селе есть семьи, в которых мужья и сыновья выполняли свой интернациональный долг. Низкий поклон и слова искренней поддержки матерям и отцам, чьи дети не вернулись с боевых действий. К 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана в сквере Марии Рубцовой установили скамьи с памятными табличками о павших героях. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.